дорогие друзья, меня зовут Серега, а со мной сегодня Саня. Привет. И сегодня будет мой новый влог, вы его будете сегодня смотреть. В общем-то, мы сейчас просто гуляем, купили вот такую вот штучку. Вот, тогда она стоит 84, ну, а сейчас 44. В общем-то, сейчас мы уходим от дома. Сейчас мы, короче, пойдем к Ясеню, там погуляем, зайдем в ДНС, там посмотрим что-то. Да. Ветер дует, неудобно с волосами, набери. Короче, делать нечего, сейчас суббота, если что. Да, вот еще погуляться, то этот гад не только видео не делает, он еще и дома вечно сидит. Снимать какую-то фигню в школе, мне показывал видео, я его аж заставил удалить, потому что... Ребята, мне кажется, там два пацана просто лежат парты, это... Я так фуспауном покрылся, пипец. Это норма. И да, вы спрашивали, почему так долго не было видео? А все потому что на моем компе... Ленивая жопа. На моем компе, короче... Ленивая жопа. Нет. И все таки ты ленивая жопа, ты мог меня попросить с моего компа сделать. Кстати, вот моя школа. Сережа учится там, за этой школой. Вкусная фигня была. У меня теперь есть волшебный змей. Ну, воздушный, а не волшебный. Это не совсем змей. В общем-то, мы уже почти подошли к Ясеню. Вот, делать нам опять совершенно нечего. Съели эту фигню. Ну ты дурак. Да. Кстати, нас уже 208 человек, ребят. Это просто вообще шикарно. 208 человек. Ребят, все, он набрал 208 человек. Давайте, отписывайтесь. Больше вам делать нечего на этом канале. Боже, сломал мне жизнь. Можно я убью сейчас дед? Убивайся. Глазом. Нет. Куда возьму его? Просто убейся. И голову пробью себе веткой. Просто убейся. Он мне сломал весь смысл жизни, понимаете, ребят? Что же мне делать? Я не знаю, что делать. Смотрите, тебе. Смотрите, Майнкрафт-ютубер. Майнкрафт-ютубер, я его знаю, Майнкрафт-ютубер. Я его знаю, в зеленой моей куртке. Майнкрафт ютубер, давайте познакомимся, давайте. Короче, встретили друзей. Наро. Ты меня не узнаешь, Наро. Я узнал, будь тихо. Ооо! Передай привет. Всем привет. Ю! С кем они такие? Привет. Спасибо, брат. Спасибо. Жи, ну, есть. Куда идете? Мы? Ясень. Ясень там. Наша. Погулять. Я его заставил, увидел. Они вкусные. Дай еще, пожалуйста. Я сразу супать, потом он тебя не останет. Я тебя уверяю. О, спасибо. А тебе фигушки. Он потянулся за сухариками, а получил краба. Давай, пока. Все, кинули тебя, да? Кинули, блядь. Мне дали второй раз, а ему просто крабы пожали. И да, мы пришли сюда, в эту точку. Кто знает это место, напишите в комментах, из какого ролика это местечко. Вот, помню, я тут снимал. А еще, ребят, меня сбили на этой дороге 6 лет назад. Как? Машина ехала и сбила. Обиженный человек. Нет, я веселый. Прыщи, фу. Так. Прыщавое чмо. Зато я выше тебя, а ты карлик. Фу, карлик. Где так, это? Так, давай-ка я встану на носочки и посмотрим, где из нас карлик. Я прикол, у меня старше на год, я его больше на голову где-то. Ой, быстрее. Ну да, на красный. Молодцы. Сейчас уже светофор, там пошли. Ребят, короче, когда меня сбила машина... Погромче говори. Когда меня сбила машина... Громче. Вот громче машина. Ты будешь, знаешь, что делать? Давай. Короче, меня когда сбила машина, смотрите, машина врезалась почти со мной, вот, как сказать, прям, короче, в меня врезалась на большой скорости. Я отлетел там на 5 где-то метров, меня мама там это, говорила, она там, ну, на 3, я не помню, я там, ну, мне мама говорила, я сейчас тоже Сереге рассказывал. И, короче, ребят, вот я отлетел, машина врезалась прямо в меня, и знаете, что у меня только болело, вот только? У меня болел только вот этот вот пальчик, серьезно. Именно вот этот вот пальчик, вот этот. Я этот пальчик ненавижу, понимаете, ребят? Машина врезалась со мной вплотную, у меня болит только палец.
И он даже не сломался, понимаете? И, кстати, достать лайк. Мы уже подходим к ленте, к ясеню. Сейчас пойдем, наверное, в ДНС. Ему там что-то надо насчет компа. Ну, там посмотреть улучшить комп, так сказать. Да. Сережа не улучшишь. Пошел в жопу. Нет. Да. Блин, ну Макдональдс хочу! Пошли, хочу Макдональдс! А ты хочешь? Нет, я поел. Я тебе не верю. Я ем только утром. Ну ты говно. Я мало ем. Ну, в обед, например, по 40 пельменей. Короче, ребят, это влог ни о чем, просто о гуляшке нашей. Влог о тебе. Делать просто нечего, вот и пошли погулять. Вот, ребят, когда он не снимает. Он идет, я не знаю, на сверхскоростях. У него там включается, я не знаю, сверхскорость какая-то. Как только он начинает снимать, он вечно тормозит. Он идет, идет быстро и тормозит. Я в нем просто, когда я снимаю видео, я иду примерно вот так вот. Что ты врешь? Ты идешь вот так вот, а потом тормозишь. Нет. А когда без видео, я иду вот так вот. А он постоянно бегает за мной. Я атлет. Нет. Вот именно. Ты омлет. Зашли в ДНС, тут смотрим мышки, микрофоны. Да. Ну для видео что понадобится. Да, маленький магазинчик. Прикол... Ну а ты что хотел? Прикол, ребят, уже с Зельда. На PS Switch. Вот. Ой, короче, на Nintendo Switch уже тут в DNS появились игры. Сколько она стоит? Она 4,5 и 3. А Nintendo? А Nintendo около 25. Знаешь, я лучше запишусь на нормальный ноутбук. Так ноуты нормальные за 25 не купишь. У меня нормальный. У меня же нормальный. А у меня ноут за 40. И ненормальный. Он 2,4 ГГц. Ну что, пошли тогда? Короче, сейчас уже хотел, тут делать нечего. Сейчас мы идем в ту сторону. Не знаю, просто прогуляемся по городу, так сказать. Ну, и можно сказать, типа, поем на время обратно. Гулять мы будем так 2 часа, в принципе, нарезка получится хорошая. Если хотите еще такие же видео со мной, ставьте лайк. В принципе, вот так я на него и смотрю. Здравствуй, Саня. Че ты врешь? Вот так вот камеру отпусти и посмотри, кто на кого. Вот, вот да, вот ну так. Ну зачем? Ну не унижай меня. Да ладно, карлики тоже хорошие люди. Вот именно. Давай я на эти встану. Ну ты вот давай, дай, все равно я вышел. Дай мне камеру на минутку, дай. Ребят, вот я ростом. Вот я, вот смотрите. Вот, видите, вот, видите, вот. Тут никак он не выше. Я выше! А видите, какой он низкий? Видите, какой низкий? Ты на себя посмотри, ты даже сквозь себя камеру что ли проносишь, ты хотя бы да, вот, а я вот такой высокий. Видите, как... Здравствуйте. Смотрите. Это мой дрищ. Эй, друзья. Короче, сейчас мы проходили, ну, точнее, к выходу дошли, вот, и там кучка людей, девчонок и пацанов, наверное. Нет, только девчонок. Ну вот, кучка девчонок там стояли и для какой-то акции пели. Есть друзья! Скорее всего, день добрых дел на пятом. А для них! День добрых дел на пятом. У друзей нет выходных! Дорожки! Я его 2 дня не видел, честно. Мне на него было натрать 2 дня. Че еще скажешь? Ты говно. Жизнь говно. Бау! Хэтчет! Бау! Хэтчет! И камера падает и разбивает. Бау! Ебо не, блядь. Бау! Давай не надо, а? Че я так? Чувак, разобьешь камеру, на все снимать будешь? От себя, что ли? У тебя же телефон тоже говно. Ноутбук говно. Не ври! Телефон говно. Че ты гонишь? Мой телефон. Смотри. И твой вот такой вот телефончик. Пошли, блядь. Ребята, у него, короче, кровь потекла, смотрите. Я ему вдарил по щеке.
Походу он даун. Короче, я снимаю камеру и бегу нахуй. Его. Ну, уточняй. Да. Не, мы пройдем там через школу. Ну, в принципе, да. Вот. А там уже где-нибудь найдем, да погуляем. Ага. Вот так вот. Блин, там горочка уже это. Она уже, наверное, растаяла. Ну да. Сейчас мы. Знаете, вот 360 ноускоп. Это 180. И отстань. Ладно. 360 ноускоп. Мы просто творим какую-то херню, нам просто делать нечего. Кстати, ребят, подписывайтесь на мой канал. Ребят, подписывайтесь на мой канал Graham Games. На его канал не подписывайтесь, на мой подписывайтесь. Вначале я хотел... Короче, у меня сейчас с каналом тоже проблемы маленькие. Вначале я хотел снимать, ну, игровые видео. Потом хотел снимать больше, ну, гиковские штуки, там, про себе героев. Теперь хочу снимать про, ну, вызов духов, короче, получится, не получится. Будем это мы снимать, я не знаю, когда, но скоро. У Серёжи на хасе. Да. Мы вызовем духов, да. Нет. У тебя появится батлгейст, и Серёге будет больно в попе. Давай, Джон Сина. Дай мне камеру, все, да. Я снимаю. Вот так. В общем-то, сейчас мы уже подходим к школе. Ну да, подходим, вот она. Ну, вон там. Вон там, вон она. Да. Нет. Здрасте. Нет. А ты какой был? Каком был садик? Ландыхе, да? Ландыхе. Отстань, я не выговариваю, у меня изменился голос. Ребят, просто голос у меня был ужасно писклявый раньше. Сейчас он, ну, вроде бы получше стал. Он резко сломался. Ну как резко, просто все лето курил. Потом бросил резко, вот он и сломался. А я вот, короче, был в том садике, ну, так сказать, вон там. Вот так вот. Потом пошел в ту школу. Я так-то тоже, ну, можно сказать, приезжий. Ну, родился я, конечно, в Иванове, но так-то родом я из Горок. Это вот поселок. Да, Сергей? Я тоже, в Иванове. Моя 18-я школа. Не надо ее засосывать, Сереж, ей нету 17. Я на 17. Тебя посадят на 8 лет. Стругача. Там охранник. На донышке. На 18-я школа. 18+. Тринь. 18+, 18-я школа. Нет. Да. Все, 8 лет тебе светит. Нет. Сразу говорю, я буду травить группу поддержки, что... 18-й школы.